Снимаю глушитель. Тоже берем широкий ключик. Откручиваем. Один болтик и второй болтик. Глушителем пока все поддается без проблем. И снимаем вот эти две гаечки. Я взял маленький ключик. Тут они с шайбочками. Такими маленькими. Вытащил глушитель. Вот, все в нем в порядке, ничего не бренчит. Тоже почищу его. Вот он на этих двух шпильках длинных. Но надо его в разные стороны покрутить, поерзать им. И тогда выйдет тоже тут древесная пыль. С глушителем все в порядке. Но уже видно, что он тут замасленный. То есть высокая температура была. Глушители смотрим теперь прокладку, состояние. И вот они, шпильки глушителя, вот такие две длинные, тоже целые. Начинаем собирать глушитель. В общем, я его тут почистил. Хороший еще глушитель. Здесь идет защита, здесь крепление к картеру пилы. И вот сюда две длинных шпильки. Это крепление к цилиндру. Но сначала фиксируем цилиндр. Вот шпильки с такими квадратиками. Ставим одну, вторую. Наживим на сам цилиндр. Взял такую прокладочку новую, она получше. Решил заменить, потому что тут вот такая вставка была. Она вся уже потрепанная, пригоревшая, прикипевшая. Поэтому пробуем новую прокладку. Вот, наживляем ее на эти шпилечки, все фиксируем, и теперь сам глушитель. Вот он зашел, здесь ставится вот защита, такой ромбик своеобразный,
И две гаечки маленькие на шайбочках. Просто сейчас наживляю. Потому что мы затянем гаечки уже после глушителя. И здесь идет вот такой винтик. Средний. Где-то два винта по бокам. Это крепим сам глушитель. Один слева и второй справа. Все, прокладку мы там зафиксировали. Ключ у нас шестигранник здесь. То есть зафиксируем сейчас глушитель на самом цилиндре, подтянем. Здесь уже подтягиваем болтики до упора. У нас ничего не болтается. И теперь фиксируем шпилечки глушителя. Ну вот я таким ключиком делаю маленьким, разводной ключик, ну самый маленький. Вот, и прижимаем как раз вот эту вставку, защиту. Глушителя. Сначала одну гаечку, потом вот вторую подтягиваю. Все, вот мы установили глушитель на нашу пилу. Вот видна прокладочка, как раз новенькая. Все зафиксировали. Нигде ничего не болтается, все четко. Еще раз проверим. Все, гаечки хорошо затянули и болты. Все, болты зафиксировали, глушитель. Все на месте, все собрано.